Ребят, всем привет! Привет! У нас наконец-то определился победитель! У нас состоялся первый на нашем канале розыгрыш, где мы вам задали вопрос, куда же мы летим отдыхать. Видео, где мы улетаем. Вот. А улетели мы в Доминикану, и первым, кто написал сообщение правильно, был вот этот вот Даник. Вот его сообщение, которое стало победителем среди его ответов. Так что, Даник, мы тебя поздравляем! Молодец! И он получил в подарок нашу фирменную майку с нашим логотипом Crazy Life YouTube. Так что, ребят, кто не получил, кто не был первым, не расстраивайтесь. Впереди еще много конкурсов, много разных подарков. Обязательно смотрите наши видосы и следите за нашими конкурсами и розыгрышами. Ну, а вам приятных просмотров новых видео. Так, это мне? Это мне? И это мне? Ха, Леночка! Я выиграл. Сколько у тебя? Меньше. Ну все, скоро я на карантине во все игры тебя начну выигрывать. Слышь, Леночка, надоело уже играть. Давай, может, что-нибудь перекусим. Так скоро ужин будет. Леночка, поужинаем. Давай, может, тебе яйцо какое-нибудь пожарь. Ладно, сейчас пожарь. О, отлично. А я пока телек посмотрю. Захотел раньше времени кушать. Посолим. Поперчим. Ой, перец в нос попал. Блин, а что это там Леночка чихать стала? Ну пойду посмотрю. Леночка, а что случилось? Чего ты расчихалась? Все в порядке с тобой? Как ты себя чувствуешь? Да Толик, все нормально. Вон яйцо уже приготовилось. Все, иди садись, сейчас все будет готово. Ну ладно. Ага, все в порядке. Уже, наверное, подцепила что-то. Вот, Толик, держи. А я пойду в зал. Спасибо. Прилягу, пока он там кушает. Я-то точно не хочу, фигурку берегу. Угу. Буду я есть это яйцо, понимаете ли, бациллами своими тут расчихалась. Мало ли что, лучше я его выброшу. Так. С этим надо что-то делать. Сейчас же вдвоем заразимся. Расчихалась, понимаете ли. О, у меня идея. Надо доктора вызывать срочно, пока она там находится. Доктор, здравствуйте. Некогда объяснять. Срочно приезжайте. Опасная ситуация. Нормально, сейчас же приедет там медсестричка такая молодая есть. Пойду посмотрю, что там Леночка делает. О, Леночка уснула. Блин, это ж еще один признак. Повышенная усталость у нее. Блин, что делать, сейчас доктор приедет, она ж проснется, будет сопротивляться. Надо ее связать, руки-ноги ей. Так. Этого достаточно, думаю. Все, Леночка, отдыхай, сейчас тебя вылечим. Я пошел доктора ждать. О, походу моя медсестричка примчала. Сейчас мы тебя, Леночка, полечим. Ой, здравствуйте. А вы здесь больной? Нет вообще-то. А вы, собственно, кто такая? Я медсестричка. Ох, я бы вас сейчас вылечила. А где девушка молоденькая, симпатичная такая, а? Ой, а я вам что, не нравлюсь? Блин, ребята, какая-то пумпышечка приехала. Что вы там сказали?
А? Не, ничего. Проходите, пожалуйста, сюда. Ну рассказывайте, что у вас здесь случилось, молодой человек? Ну вот, тут девушке не здоровится. У нее все симптомы вируса, но она не признается. Так, хорошо. Сейчас проверим температуру. Вроде бы нормальная. А что вы делаете? Может, вам лучше градусник дать? Молодой человек, вы что, сомневаетесь в моем профессионализме, а? Нет, извините, вернитесь. Понимаете, мы просто попали на двухнедельный карантин, а Леночка расчихалась, а я очень переживаю за нее. А понимаете, она сама не может этого, не хочет признать. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Ну ладно. Ну а расскажите тогда, чего она у вас связана? А это на всякий случай. Ну, если вдруг она сопротивляться лечению будет. Ну ладно, молодой человек. Чтобы вы не боялись, сейчас мы ей сделаем противовирусный укол. У меня здесь... В аптечке есть. Вот, видите, кукольчик. Так. Боже мой. Даже негде уколоть. Одна кожа до кости. Ну вот, вроде попка немножко видна. Так. Тихо! Тихо, больная! Кто? Что это? Толик, что тут происходит? Вы кто? Чего я связана? Я доктор! Лежите! У вас подозрение на вирус! Да вы кто такая? Я не поняла! Толик, объяснишь мне, что это за ветеринар? Ты такая с деревни какая-то приехала! Посмотрите на себя! Девушка, что вы говорите? Так, будущее, все, я свою работу сделала! Какая-то у вас неуравновешенная, пошла я! Толик, развяжи меня! Толик, что тут происходит? Леночка, успокойся! Лежи аккуратно! Сейчас я тебе все объясню, подожди! Ты, блин, ответишь мне за это! Все, спасибо вам большое! Милок, а вам случайно ничего не болит? Я могу и задержаться! Нет, видите, я здоров! Вот, уже Леночка проснулась! Все, до свидания! Эх, а такой мужчина! Зачем ему эта костлявая девушка? Я не нашла, куда ей укол сделать. Одни кости да кожа. Что вы там еще сказали? Нет, ничего, мужчина. Ой, все, спасибо, до свидания. До скорой встречи. Надеюсь, еще увидимся. Номерок мой у вас есть. Ну все, пошла я, а то задержалась. Толик, ты где? Леночка, чего ты раскричалась? Здесь я. Давай развязывай меня быстрее. И вообще объясни, что тут за клоунада происходит. Что это за такое непонятное к нам явилось в квартиру? Леночка, ты же больная. Какая я больная? Сам ты больной. Ты нормальный? Ты расчихалась, у тебя вирус. Доктор пришел, тебе противовирусный укол сделал. Какой расчихалась? Ты что? Я тебе яйцо жарила, посолила, поперчила, перец в нос попал. Блин, неужели? Леночка, я подумал, ты больная, ты чихаешь. Ну, ты ненормальный. И поэтому доктора тебе вызвал, а так я тебя обезвредил. Блин, надо мозг включать, что я перец сыпала. А как тебе доктор? Я так и знал, что ты набросишься на доктора. Я на тебя сейчас наброшусь. Давай быстрее развязывай меня. А знаешь, Леночка, ты так симпатично смотришься. Классно, руки, ноги связаны. Можно делать с тобой все, что захочешь. Полежи пока. Ребята, кому нравится, ставьте лайк обязательно. А Леночка пусть отдохнет. А вы были на канале Crazy Life. Подписывайтесь, не забывайте нажать про колокольчик, чтобы увидеть, освобожу я эту Леночку или не освобожу, и когда я ее освобожу. Ну и все, всем пока. Развязывай меня, ты ответишь за это.